Пожар центральной мечети города. Сегодня в 10 часов утра на пульт дежурного связи 01 поступил сигнал о возгорании. Через 4 минуты на месте вызова работали два боевых расчета. Пожар полыхнул на высоте 33 метра. Из окна минарета валил густой дым. Из-за особенностей строения пламя и дым распространились по нему в считанные минуты. Огнеборцам пришлось использовать автолестницу. Вооружившись спецоборудованием, пожарные поднялись до верхней части минарета. Огонь был быстро локализован. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания в электрической сети. К башне минарета подведены проводки для освещения и установлены рупоры для азана. Точная причина возгорания и размер ущерба сейчас устанавливаются.